Николай Дик. Расставлены полезные дела. Читает Владимир Сапрыкин. Расставлены полезные дела по значимости, лесу и ранжиру, а я их по наивности транжирю безадресно, как летняя пчела. Мне все равно, кому дарить тепло, заметите всевидящее око, но если вам в пустыне одиноко, подставлю лебединое крыло. Неважно мне, по рангу или без, для выслуги тем более неважно, дела души не стану эпатажно за возгласы оценивать на вес, а просто так, пока хватает сил, без умысла восторженное солнце раздариваю вторичным незнакомцам, хотя меня никто и не просил.